Всем привет! Вы на канале Принцесса Виктория. Сегодня Викуля с папой решили собрать еще один пазл, 3D-пазл. Это яблоко. Оно непростое, оно светящееся. Да. В прошлый раз мы собирали вот такого 3D-мишку. Да, помните? Приступим? Да, да! Всем привет! Да, У нас сегодня будет такое зеленое яблочко. Да. На картинке оно нарисовано розовое, но на самом деле цвет у него нарисовано. Цвет у него будет зеленый, да? Да. Что, открываем? Да. Давай открываем. Вау, смотрите, зеленые. Смотрите, ребята. Это, наверное, лампочка. Да. Да, он должен светиться. Должно две... получиться красиво. Да, даже здесь две лампочки, насколько я вижу. Давайте начинать. Давайте начинать сначала с просмотра инструкции. Так, здесь опять варианты какие могут быть. Вон наш вот мишка. Наш мишка. Да. Есть еще желтый. Так, а где же яблочко, которое у нас будет? Вот оно. Да. Вот такое зеленое яблочко у нас должно получиться. 45 деталей. Да. А в мишке сколько было? А в мишке 41. Ого. Вау. Вот, значит, яблочко будет сложнее, да? Да. С мишкой это был долгий процесс, а с яблоком еще дольше будет. Ты готова? Да. А сколько будет просмотров на вот этих птичек, папа? Что? А сколько будет собирать на птичек? У птичек 49 деталей, еще больше, чем у яблочка. Но самое большее, наверное, вот лошадка. Смотри, вот такие лошадки, у них 100 деталей. Да. А, нет, вот есть такой замок, у него 105. Может, что-то. А я хочу птичку собрать, прямо хочу. Да. Ну, это в следующий раз. В следующий раз. Да. Так, мы что, рассыпаем? О, вот такие яркие, красивые детали у нас. Да, мне даже глаз сказать. Опять какая-то эта палка. Ну, смотрите, да. Ребята, как у Мишки была такая палка, только розовым цветом. Так, а получается, он будет состоять из двух частей. Левая и правая половинки. Это у нас такой листочек. Прикольно. Так, ну что, начинаем? Начинаем. Первую деталь я уже нашел. Вот она. А я пока вот это открою, я уже открыла. Да, давай посмотрим, как она вообще должна включаться-то. А, здесь вот. Так, это вот надо вытащить. Ребята, смотрите. Опа, смотри, Виколь. Да, у розового мишка должна быть сердечко на розовом мишке, а на желтом мишке должно быть бантик. А мы перепутали, мы все равно хотим у розового мишка быть бантик. Мы не перепутали, у желтого мишки наверняка тоже сердечко было в комплекте. Просто решили разными лепить наклейки. Смотрите, папа, а на сколько сундук делает? Сундук 47 деталей, ну почти так же, как и наше яблочко. Так, ну ладно, я начинаю. Вот. Викуль, давай мне. А сердечко, она уже долго так собирать, да? Викуля, ты давай папе помогай. 49. Давай инструкцию картинки отложу в сторонку. Вот первую. Ребята, я нашел. Прикольно, я такой листочек. Угу. Так, вот я так понимаю, я нашел вторую. Папа, а где ты ключи? Может быть, в этот раз быстрее процесс пойдет? Я нашел вторую. Ну, мы уже примерно папа, понимаем, что нужно делать. Папа, ключи светится? Нет, пока не надо включать, дочь. Пускай он лежит, отдыхает, иначе потом долго-долго светиться не придется. Так, папа уже две детали нашел, а Вика? А Вика? Вика сколько деталей нашла? Вика один листочек нашла на яблочко. Это самое последнее, самый последний штрих. Даже. Так. Угадал. Вот. Три детали. Папа у нас уже специалист. Дай. А третья, наверное, у нас фигурка. Супер быстро получится собрать.
светящееся яблочко. Да. Когда будет ночь, у меня будет вот этот светильник гореть и яблоко. Да, нам очень понравились такие 3D-пазлы, и мы решили собирать коллекцию таких пазлов, да? Да. В следующий раз поедем, купим что-нибудь другое еще интересненькое. Я хочу сердечко, вы видите? Сердечко хочешь? Да. Давай посмотрим, что и сундук даже есть, вот эти сундуки. А, сундуки? Да, тут есть, вот знаете, такое сердечко. И даже ключ, даже мяч есть. А на вот этой стороне вот что есть. Надо в следующий раз, может быть, купить что-то желтенькое или голубенькое. Я хочу, вот, например, красное сердечко. А, ну только красное там, да? Да, только красное. Ну, возьмем, значит, сердечко. Да, то я давно мечтала уже. А папа у нас никак не может найти детальку. Да? Да, что-то папа застрял. Готово. Первая половинка у нас готова. Ну-ка покажи. Вот такая вот. Вот. А это сочный мостик. Какой цвет, такой, да, красивый. А это мостик. Красивое яблоко будет. А это мостик на похожее, смотрите. Угу. И как где? А вот, а потом вот так будет стоять. Вот так. Угу. Вот так будет. Окей. Давайте собираем вторую половинку. Половинки у нас получились, они потом вот так вот соединятся. Да. Но нам сначала надо внутрь вставить вот эту штучку. Но я только не понял, она постоянно будет гореть, получается. Так, как вот она должна быть? Или она просто сюда кладется? Просто сюда кладется, пап. Ты все знаешь, да, дочь? Да.
Где ты нашел, папа? Папа, ты где нашел? Ее трясешь. И она начинает работать. Подожди, подожди, да, посмотри. Ее трясешь, и она работает. Вот теперь мы соединяем половинки. Вика, а где листочек? Вот. Так, а как должен быть листочек? Давайте посмотрим. Я думаю, что это, наверное, не принципиально. Как у нас будет листочек? Да, если не нет, еще давай. Одна вот эта яблоко. Давай, папа. Финальный аккорд. А вон та палочка для чего? Ва-ва-ва-ва. Яблоко! Ба-ва-ва-ва. Финальные аккорды. Да, это палочка. Эту палочку мы поставим потом. Вот. Все. Так, и теперь, вот теперь точно последний штрих. Мы вот вставляем такую палочку. Она нужна, как я понял, чтобы соединять эти половинки, чтобы они не... Вот они. То есть в некоторых местах вот они немножко ходят. Наверное, там, где детали неплотно прилегали друг к другу. Поэтому мы вставляем такую палочку. И она... Да, она их вот так скрепляет. Скрепляет. Все? Да, да, я покажу, ребята. Сейчас покажем, да, подожди немножко. Опа! Такой классный, да? Да, да. Опа! Последние штрихи просто. Ой, давай, подожди, хочу... да, поставим его. Вот. Классный яблоко. Только что-то нанекает. Они весело. Наверное, он через какой-то определенный промежуток они времени включается. Они весело было собираться. Угу. Вот так она переливается на свету прям. Вот так светится в темноте наше яблочко, ребята. Красота. Да, оно вот так вот переливается. Работает, работает, да, оно работает само. Оно вот включается периодически, периодически. Сейчас оно должно включиться. Чтобы быстро батарейка, наверное, не села, потому что достать его тяжело. Вот у Викуля в ручке она засветилась. Да. Чтобы достать и поменять батарейки, придется разбирать все яблочко. Посмотрим, насколько нам хватит батареек. Вот такие замечательные, красивые у нас фигурки получились. В следующий раз, Викуля, что хочешь собрать? Красное сердечко. В следующий раз будем собирать красное сердечко. Да, давайте посмотрим, где оно у нас, красное сердечко. Это вот такое? Да. Ой, оно на подставке должно быть тоже красивое. Правда, там 40 деталей. И сундук я какая после сердечка хочу собрать. А сундук с ключом? Да, я хочу розовый сундук. А может быть, сундучок еще и открывается, там можно что-то хранить? Денежки. Да, клан. Я хочу колечко. Шоколадные. Чего шоколадные? Шоколадные деньги. А, шоколадные деньги нужно хранить. Ну хорошо, в следующий раз мы начнем с сердечка. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока!